Турецкие власти намерены продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на 3 месяца. Об этом заявили в правительстве. Режим ЧП ввели в Турции после попытки переворота в июле 2016 года. Изначально он был запланирован на 3 месяца, но каждый раз его продлевали. И таким образом в режиме чрезвычайного положения эта страна живет уже около 1,5 лет. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС резко критикуют это решение властей, так как, по их мнению, это угрожает правам и свободам граждан. Действие чрезвычайного положения будет продлено. Вначале такое решение должен рассмотреть Совет национальной безопасности. И только после этого его обсудят на заседании Кабинета министров. Поэтому вопрос будет на повестке дня на следующем заседании Совета национальной безопасности.